Вот эта дорога. Вот это в Акру, а вот эта дорога в Арсу. Вот эта дорога. И она охраняется. Все, мы нашли дорогу в Арсу. Здесь мы еще не были. О, все. Сейчас должна быть реактивация, контрольная точка. Мы попали на территорию города Арсуф. Дамаск — это столица Сирии. Арсуф. Такая вот местность у нас какая-то туманная. Такой тусклый свет. Вот мы попали в Арсуф, вот цель убийства. Я сама уже жду не дождусь, мне прям так интересно. Что нам расскажет Робер перед своей кончиной? Какая-то тут паника, что-то происходит. Война началась. Кто кого? Очень... Ой, а почему у нас память закрыта? В настоящее время память недоступна, то есть нам нужно с ними разобраться, блин. Вот теперь доступно. Тут мы не спрыгнем, память недоступна. Теперь доступна? Сейчас проверим. Теперь доступна контрольная точка. Надо спешиться. По-другому... Ой! По-другому никак. Нас не пропустят. Не дайте ему уйти! Нас тоже скинули. Но здесь не так это опасно. Высота не очень большая. Но нам придется с охраной разбираться, потому что, видите, здесь все охраняемо. Очень сложная дорога. Чтобы добраться до Робера, нужно все сложности преодолеть. Которые будут встречаться сейчас нам на пути. Лошадь нам пришлось оставить по ту сторону. Баррикады этого охранного пункта, так скажем. Их очень... Нет, со всеми придется справляться, видите? У меня еще нет ни малейшего кинжала, к сожалению. Вообще, когда они меня бросают, они меня даже иногда спасают этим. Потому что они меня окружают, и иногда очень сложно выбраться вообще из этого таравы. Вырваться окруженными. Так, пока что все. Это сделал один ассасин.
Это как бы мы в игре видим, что вот так вот он может с ним справляться. Я думаю, что в жизни все намного сложнее. Как вот я смотрела видео по этому поводу, что вот мы привыкли, что в игре мы всегда попадаем в цель или в голову, да. А в жизни это очень много пуль, вообще просто впустую было истрачено, потому что очень часто цель не видна во время войны. То есть приходится просто стрелять по кустам или по каким-то укрытиям, потому что цель не видна. Но здесь у нас с мечом ходит, и ну пусть даже наполовину ассасин будет такой же сильный в жизни, как сильный в игре. Болтать, конечно, некогда. Но представьте армию ассасинов. То есть получается, что им нужно в два раза больше, чтобы у них было людей, чтобы с такими сильными смертоносными убийцами справиться. Прибираемся к Роберу и видим, никакая армия его не спасет. Реактивация. Нас кто-то видит. Постоянно. Нам приходится. Реактивация — это хорошо, потому что мы с того момента будем начинать, если пропадем, потому что пропасть тут проще простого. Как видите, очень все сложно. Я бы убежала, если бы могла, но здесь есть стена, которая нас не пускает. То есть это задумано по сюжету. Не видно за листом, каким-то за деревом или что это такое. Так, у нас заканчивается память. Думает, что одолеет меня. Какая мерзость. Это будет просто. Тебе не сбежать. Нас убили. Нам действительно было не сбежать, потому что эта стена нас не пускает. Нам нужно с ними расправиться. Нужно всех их убить. Тогда память откроется нам дальше, мы сможем идти дальше. Попробую сейчас с кинжалами. Кинжалов у меня нет, но я имею в виду сражаться не мечом. Вот как раз если вы забываете какие-то комбо во время боя, как я, то это очень сложно, когда вас арава такая окружает. Они как раз вам пригодятся. Что-то слабенько получается у нас. Почему он не переключает мечи? Мечи. Люди спокойно реагируют на тех, кто забирается по лестнице. У нас развязочка началась. Нас они не пропустят, пока мы с ним не справимся. Yeah!
Пока все, им под ногу не прибежало. По-моему, меня немножко отбросило чуть дальше. Это я уже походила, потому что, ну почему в прошлый раз была такая огромная армия против нас? Вот, вот в этот момент. Блин, как же их много. Я не могу сейчас говорить, потому что очень сложно. Так, я сейчас немножко по-другому это делала. В первый раз, когда я пропала, я блок ставила чисто цель, которая приближалась ко мне, то есть вовремя пыталась нажимать блок. Но здесь даже удерживание меча, то есть тяжелые атаки, не всегда, точнее редко очень, так скажем, наносит им удары. Поэтому здесь нужно двигаться обязательно. Тут нужно уворачиваться и хотя бы любую цель выбирайте и в сторону ее двигайтесь. То есть в этот момент, если кто-то вам наносит удар, так проще, он сам уворачивается и одним ударом, так скажем, добивает противника. Вот, не всегда это получается. Ну, короче, нужно танцевать во время боя, когда очень много народу. Вот. Не всегда это получается. Один раз я пробовала так с кинжалами было, когда мы проходили серию, называется «Спасаем городских от несправедливости». Вот, сейчас я попробовала так же, то есть нельзя просто ставить блок. Это не поможет. Нужно двигаться. То есть вправо-влево и пробел. Вы нажимаете назад пробел, то есть он отпрыгивает. Сейчас я вот так пробовала. Сейчас и то не знала, пройду до конца или нет. Думаю, что перепроходить придется. Контрольная точка. Сейчас, подождите, они пройдут дальше. А почему нас кто-то видит? Я же спряталась. Нет, все равно пришли. Тебе конец! Смерть, убийцы! Тебе конец! Давайте по-хорошему! Так, опять, 25. Тебе не убежать! Думаешь, сможешь убежать от меня? Я должен испугать тебя! Ты не понимаешь, что уже проиграл! Ты скоро умрешь! Ты трудно силен! Блин, если он повернут к ним спиной, то даже если вы ставите блок, то все равно вам попадет. Вот.
что я заметила. Поэтому нужно постоянно танцевать. Не зря говорят, что бой — это танец. Нужно чувствовать каждое движение. Но мы-то здесь не чувствуем, мы просто наблюдаем, и нужно вовремя это все делать. Внимательность во время игры важна. Нет, 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 последний остался. Реактивация у нас. Сейчас, подождите, жизнь немного восстанавливается. Чуть нас последний не добил. Вот это бывает очень обидно. Сейчас у нас память восстановится. Хотя бы сейчас я пойду подальше, потому что я вижу, что там еще у нас охрана. Вы представляете, сколько уже нам на пути встретилось? Это один ассасин все ведь их перебил. Один человек. Помните, как Тейн в Mass Effect двигался так быстро, что они даже не замечали, как он бесшумно мог подкрасться, как быстро он убивал. Но там показано всего два или три, сколько там вот миссия второй части, связанная с Тейном, на лояльность. Не на лояльность, а когда мы его вербуем. А так он в течение игры, как бы второй с нами путешествовал, то мы за него не играли, мы ему только команду выбирали. А так примерно думаю, что он также двигался. Поэтому их и тренируют с закрытыми глазами, и тренируют, чтобы они сражались без гнева. Они с закрытыми глазами чувствуют приближение, и в принципе они должны предугадывать, что сделает их не враг следующим шагом. Потому что когда мы спиной к врагу, мы открыты, и если он увлечен одним врагом, он может не успеть поставить блок. Даже если он поставит блок, то спина, она открыта, поэтому в любом случае нам наносится удар. Вот только так вот сейчас у меня хотя бы частично получается с ними расправляться. Это с этой равой нам сейчас нужно справляться? Давайте проверим. Нет, тут нельзя никак пройти. Жалко мне, нет? Они нас не пропустят. Прикинемся монахом. Не приближайся. Подождите. Я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Кто он? Я должна выбрать, что ли? Или что? Убить мне не дают его. Робер де Сабле. Мой лейтенант? Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пало от ваших рук. Это я убил их, на то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарнье де Наплус. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибранд. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причин лгать. О, есть! Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас
обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робер. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Сразиться с ним. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Если вы этого желаете. Желаю. Но это выбор людей, да, Бог тут так. Ни при чем. Король, кто из них будет сильнее, тот и победит. Ой, так это чё? Со всеми сразу? Ничего себе. Я думал только с Робером, это было бы честно. Так, у нас очень мало жизни осталось, и нас убили. Если вы отразили мощную атаку, ну, да. Что-то эти посложнее будут, по-моему, чем те, которые мы сражались, пока добирались сюда. Пока мы его добивали, они смотрели на это все. Эх. Надо кого-нибудь. Эх, увернулся ты от нашего захвата, блин. У нас как-то многовато тут. И я растерялась. Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые. Да у меня вообще их нет. Не дают мне хватать себя, блин. Отбрасывать. Так вас слишком много тут в моем окружении. Ну опять 25, ну... Толкается еще тут. Да что так... Это Роберт Бесабле к нам подошел.
Нам получится его схватить. Получилось. А почему? Что такое? Мы его толкнули. Толкнули на ту территорию, и мы не можем его якобы сейчас убить. Ну ладно, пусть у меня сейчас немножко память восстановится. То есть не получается память восстановить. Убили. Наконец-то. Вот так. Твоему плану конец. Как, впрочем, и тебе. Ты ничего во всем этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя, как и меня. Он раньше был ассасином. Он раньше ассасином был, походу. Он послал тебя убить девятерых, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. Они раньше были ассасинами? Его нашли не 9 человек, ассасин. Не 9. А 10. Кто 10-й? Аль-Малим. Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Да? Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да, главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь, с моей смертью, остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его да. Его интересует? Мой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я твой злейший враг. Значит, и правда одурманивали ассасинов. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Аль-Муалим бесился, когда мы задавали вопросы, потому что он боялся, что кто-то из ассасинов узнает. Отличный это. Отличный бой, ассасин! Сегодня Бог благоволит тебе! Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. Ты можешь не верить в него, но, похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем? Проделывать такой путь... Так рисковать жизнью ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. А, значит, месть. Нет, не месть. Справедливость, чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир? Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя увязать. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь! Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы вот такими... хотим быть. Да. А вы всегда играете вы словами. Сами себя такими сделали. Правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей. И я должен быть с ними. Но может, поняв, насколько он уязвим, он обдумает свои действия. Да. Может, потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недолго. Да, да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек, как и мы. Но он своими наставлениями уводил этих людей от правды.
Он манипулировал другими людьми для того, чтобы они достигли цели и сделали то, что нужно именно ему. В его интересах эти люди служили ему. А тот, возможно, их действительно одурманивал. Нам просто здесь нам это не показывали.